Как я не помню. Она распыталась. Они не выбирают. Что? Снимают тебя с бота. Снимают? Снимают. А что? А кто вы такой? Здравствуйте. Здравствуйте, лицо знакомое. А кто вы такой? Наш бывший ученик. Ну вот, ну я не помню его. Не ваш бывший ученик, ошиблись сразу. А? Ошиблись сразу. Конечно, ошиблись. Да. А зачем вы снимаете? Зачем вы снимаете? Вы представьтесь сначала, потом уж снимаете. Павлик меня зовут. Здравствуйте. Да. А? Да, что вы хотели? А кто вы? Павлик. Павлик, откуда да. вы? А кто интересуется-то? Татьяна Михайловна. Я интересуюсь, да. Председатель участковой избирательной комиссии, участка номер 903. А что такое-то? Нельзя снимать вас, что ли? Нет, нас можно. Вы хоть скажите, откуда вы? Кто вы такой? Павлик из Москвы. Из Москвы. Фамилия. Да. Кто вас направил на съемку? Фамилия моя слишком известна, чтобы ее называть. Ну, пожалуйста, а почему меня должен кто-то направлять? А что, вы просто так пришли и снимаете? Просто так? Да. Позовите милицию. Позовите, раз он не представляет документы. Милицию возьмите позовите. У него документы, пожалуйста. Начальник. Он пусть снимает, а пусть представится, а кто раз он такой? СИЗО. Да, он по закону имеет он право специально. Снимать. Он имеет, да, просто документы, да, я... Кто он такой? А он не обязан представляться, кто он, что он. Ну, мне интересно, кто он такой, откуда он. Ну, какие неграмотные стали, видите? Нет, они грамотные, конечно. Он представился, Павлик. Откуда он? Мне с просто Москвы. Интересно самой, от какой организации. Все, просто не более. Вот девушка пришла, сказала, я от общественной палаты, а вы? А я от граждан Российской Федерации. Вот. Он просто блогер, и все. Грубо говоря. Ну, вот сказал бы сразу о том, а чё? Ну, непонятно разве? Татьяна. По-моему, нормально. Не, ну, нормально, сказать, конечно, я просто... Я пришёл от того-то, а то вы тут. Записали. Ну, правильно. Какие у нас грамотные полицейские стали. Ну да. Да не, почему? А вы хотите дать согласие? Нет? Ну ладно. Ничего страшного. Больше всего меня в таких ситуациях вообще умиляет то, что вот тут вот стоят две камеры, которые на весь мир всю эту тему транслируют. Но человек с камерой на избирательном участке почему-то вызывает какие-то вопросы. Очень странно. Разрешение. А кто интересуется? Председатель УИК 915 участка. Как зовут вас? Мария Михайловна. Чавлишвили, да? Так, вы мне да. добры, предоставьте сначала. А почему вы ко мне подошли-то? То, что вы снимаете. А нельзя? Нет, нельзя. Нельзя? Нельзя. Правда, что ли? Нельзя. Ой. А как же так получается, нельзя? Ну, будьте добры, предъявите документ. А какой вам нужен? Ну, от СМИ какого-то. Кто вас набрал? А если я не от СМИ? Ну, тогда если будьте добры, человек. Не снимайте. Не снимать, да, нельзя? Не от СМИ снимать нельзя? Нет. А если я буду снимать, я, получается, буду что-то нарушать? Ну, не нарушать, но снимать не надо. Так можно или... Нет, нельзя. Нельзя, нельзя да? Точно? Должно быть от... Вы как должностное лицо, не запрещаете снимать, должно правильно? Должно быть от вас просто какая-то бумага, что вы... Назначено там на съемку, на участок, такой. А вот чем такой регламентирован, скажите, пожалуйста? Давайте будем сейчас. Давайте. Узнавать. Давайте будем узнавать. Сначала запретим, а потом будем узнавать, правильно. Я не запрещаю, я прошу вас предоставить как? Мне ну, вы же хотя мне... бы свои данные. На каком основании? Почему вот вы пришли? А почему вы пришли сюда? Ну, захотел, понять. Ноги у меня есть. Вот ноги у меня есть, я пришел сюда, вот УИК 915. Захотел тупо поснимать. С какой позиции пришли? С гражданской, своей личной позиции? Я пришел с позиции прямоходящего человека, прямо стоящего. И все. Я даже никому не подходил. А тут сразу запрещают и запрещают. Ну,
запрещаем, мы просим что-то тоже. Не, ну вы же мне сказали. И по-человечески объяснили. Нет, смотрите, дело в том, что я вас уже спросил, запрещаете? Запрещайте. Как должно становиться? Я запрещаю, потому что я вас не знаю. А-а-а. Кто вы? Слушайте, а я вас тоже не знаю, я вам запрещаю выбор проводить. А вы спросили, все. У нас там висит список комиссии, там все написано. А, то есть я вам уже разрешил, получается? Не правильно? Вы. Почему? Не вы, потому как? Что вы не являетесь. Кем? Не председателем ТИК, не назначающим органом. Не, ну как, смотрите, я же как гражданин, да? Я являюсь источником власти, частью источника власти. Получается, я вас уже уполномочил проводить выборы, так? Вы? Да. Как участник? Ну, как гражданин. Как гражданин, но у нас в стране, нет, я не про то. У нас в стране, понимаете, демократия. У нас граждане решают, вот, вы будете здесь сидеть или не будете. Вот, получается, я уже решил, да, что вы будете здесь сидеть, получается. Я решил, что вы будете снимать, что-то. Вот, видите, как? У нас обоюдно с вами. Смотрите, а если вот большинство граждан решили, что мне можно снимать? Например, ну вот, приняли там в 93-м году такую книжечку, Конституция называется, вот, и разрешили вот в себе сами снимать. Это как так? Что с этим делать? Не знаю. Мы для домашнего видео снимаем. Не хочу отвечать на этот вопрос. Имеете право. Наталья Константиновна, Татьяна Николаевна, молодой человек очень рвется снимать у меня участок, не предъявив при этом ничего. Только камера. Уже заснял. Ничего? Угу. То есть он не... Угу. Не говорит, даже не хочет, не представиться, ничего. Нет, молодой человек. Павлик зовут меня, Павлик. Павел. Павел. Угу. Ну, Павел. Все, можно, да? Можете присутствовать, снимать. Спасибо, что разрешили мне. То, что и так разрешено. Как вас там, Наталья Михайловна, да? Мария. Ой, Мария Михайловна. Вот мне просто интересен такой вопрос. Как вам вообще пришло в голову запрещать снимать там, я где две камеры стоят и транслируют на весь мир? Нет, это все понятно. Логично? Я не запрещаю, просто вы понимаете, как вы пришли и снимаете. Вы хотя бы подошли бы ко мне и сказали, вы знаете, вот я на вашем участке, я хочу... Ну, я сомневаюсь, что вот эти две камеры подошли к вам и сказали, спросили вас разрешение. Мы знаем, что эти две камеры стоят. Они работают, они снимают. И вы можете в прямом эфире также включить и посмотреть, зачем вы снимаете еще дополнительно. Хочу. Хорошо, могу. Ваши камеры. Спасибо. Снимайте. Спасибо. Снимайте. Спасибо. Вот и разобрались, народу да? Народу мало. Вот. В следующий раз, я думаю, нужно сначала узнать, а потом что-то... Вы хотя бы представить, понимаете? Ну, я мог бы тут сплясать. Скрытно и снимать. Почему скрытно? А как вы определили тогда, что я снимаю? Я тут скрывался? Ну, конечно, чтобы мне в кадр все попадали, чтобы, ну, то, что надо было за меня заснять, попадало в объектив. Это физика. Вот. Естественно, я бы не стал снимать в стену, да? Правильно? Если бы я хотел что-то заснять. Так, шел 2018 год, а в Москве на избирательном участке все еще сначала запрещают, а потом узнают. УИК 915, 916, 917. На 917 на выборах президента очень рьяно мне запрещали снимать, меня выталкивали с избирательным участком. Сейчас такого нет. Та женщина, которая меня выталкивала с избирательного участка,
сейчас сидела и злобно на меня смотрела. Вот. Вставлю ролик в этом самом... В подсказках, в общем, вставлю этот ролик. Такие дела.